Так, это след от упавшей сушки. Не стрелять! Прекратить огонь! Противовоздушные силы Донецкой Народной Республики уничтожили два украинских самолета Су-25. Вот обломок одного из них. Парашютисты катапультировались. Наша спецгруппа поехала на задержание. Смотрим. Вот, все поле усеяно обломками. А вот во что укры превратили хлебное поле. Так, вот спецгруппа Малова пришла посмотреть на то, что происходит. Рядом кедр, с которым мы только что брали интервью. Парашют, ну, блядь. А парашютист? Ушел куда? Слишком поздно вы подъехали, там далеко ехать было. Сидят они в кустах. Так он ушел на украинскую территорию? Неизвестно. Будем искать. Кустах, да, нужно искать, он где-то в зеленке. Смотри, ну это с боекомплекта. Да. Снаряды. Что, 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 покажи. Это пуля, снаряды разорвало. Вот они сами. А тут что-то было, что было? Это ящик, как не надо. Вот какие. Должен быть, черный ящик должен быть. В каждом самолете езжу. Вот знать, знать бы, что, какой он из себя, это какие-то баллоны. Это кислород. Ну это догорит опять же там еще. Вот остатки двигателей. Ну остатки двигателя. Откуда ты знаешь, как, где он лежит, этот черный ящик? И как он выглядит, блядь? Может где-то рядом, а может... Так, а... Смотри, пленка какая-то была. Вот эти его боевые все. Кедр, кедр. Да. Так, это самое, где летчика искать будем? Ну, сложно сказать. Он километра 2-3 по полям отсюда. Парашют ли мы подобрали с катапультом? За это время крови не было. Если он целый, летчик мог уйти за это время. На украинскую территорию? 4. А куда, неизвестно. Понятно. Будем искать. Ну, смотри, как... Ой, знаешь, где свинец. А это пуля тоже. Это на крыльях. А это откидывает тепловые. Да, вот это же зальца. На, тоже на крыльях отличительные знаки украинских самолетов. Да? Да. Круг, жёлтый. А ну пошли на отличительные знаки украинские, посмотрим. Пойдем. Вот, ребята, смотрите, все убедились. Украинский самолет расстреливал мирных жителей. Он сбит силами противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики.
Вот командир спецгруппы Малой, который был направлен на поиск летчика. Вот Кедр вместе с ним. Так, летчику нашли катапульту, нашли парашют. Летчику, похоже, удалось скрыться, но поиск ведется. Вот они, укры. Смотрите, чтобы вам неповадно было летать, вот посмотрите на это. Вот так.